Приветствую, друзья. Знаете, почему у нас методика бронебойная против стресса? Почему она все время стоит в интернете, несмотря ни на что? И все больше и больше людей сюда привлекается без всякого маркетинга и рекламы. Потому что у нас есть индикатор напряжения. Это 10, это шторм. А это 0, это безмятежность. Сразу человек может самоидентифицироваться, на каком делении он находится. И тут же даются приемы для снятия стресса. А суть-то знаете, в чем заключается? Потому что это применяют и в силовых структурах всех, психологи, и в населении все применяют, и никак не могут. Поэтому я тоже непробиваемый, потому что я работаю уже столько лет. Да, и все время ключ, ключ, ключ. Почему? Потому что он все время совершенствуется. Вот эти люди, которые постоянно мне звонят, которые сразу получают индикатор напряжения, градусник напряжения, шкалу стресса, сразу себя идентифицируют, потом применяют приемы и тут же на глазах меняются. Стресс снимается, они говорят, как я давно не был в этом состоянии, все время был в состоянии зависания. Ну, все время стресс, ну, сейчас же неопределенность, а тут вдруг такой метод. И причем мне не надо даже с человеком разговаривать и задавать ему какие-то вопросы, как обычно делают коучинги, психологи, психотерапевты. Я хоть и сам врач и психотерапевт, но я не задаю лишних вопросов. И человеку не нужно мне на них отвечать, оглашать. А это сегодня самое ценное в интернете, когда все боятся, что их увидят, услышат, узнают их интимные тайны какие-то. А ключ не нуждается в этом. Я сказал 2-3 минуты инструкцию, что надо делать. Выключил компьютер. Человек закрыл за собой дверь, никто не знает, что он там делает, никто его не видит, не слышит, он там применяет эти приемы. Потом я включаю компьютер, он выходит ко мне, я говорю, ну и как? Он говорит, было вот так, или вот так, или вот так, а стало вот так. А большое количество людей говорит, как давно такого не было, как хорошо, как давно это не чувствовал, такую нормальность. Ну, правильно, потому что когда человек в стрессе, как больной зуб, на стенку лезешь, а когда нету, зуб перестал болеть и вспомнить не можешь, как болело. Такое хорошее состояние, и человек начинает восстанавливаться. Я прошу через 2-3 дня мне позвонить еще раз с отдаленным результатом, чтобы убедиться, что все хорошо. И он мне звонит, или она, и говорит, я теперь стала лучше спать. Как же я не могла до этого додуматься? А дело в том, что мы все это в детстве делали. Мы все это в детстве делали непроизвольно. Я вам сейчас скажу, в чем секрет. Дело в том, что есть механическое движение. Вот я захотел и поднял руку. А есть идеорефлекторное движение. Я представил, что рука поднимается, и она пошла. А суть разницы заключается в чем? Не только что здесь происходит автоматизация действия, и поэтому снимается стресс. А потому что нюанс заключается в том, что когда вы просто руку поднимаете или двигаете, вы сразу двигаете. А когда вы хотите, чтобы она поднялась, она не сразу поднимается. Вот этот нюанс как раз-таки и разделяет людей между собой, потому что они не понимают, почему те все пишут, что как им это сильно помогает, а ему не помогает. Почему? Потому что он думал, что как только он захочет, чтобы рука пошла, она мгновенно и пойдет, как будто он механически поднимает. Нет, для большинства людей она пойдет сразу, а для других не пойдет, потому что там нужно подождать несколько секунд, потому что время включения автоматики идет с задержкой. Это латентный период, который многие не знают. Поэтому они пробуют, чтобы рука пошла, она не идет.
Потому что надо подождать немножко. И потом надо ноги шире поставить, и рядом со стулом или диваном. Потому что как только она пошла, человек начинает качаться, потому что покачивание снимает напряжение. Ну, как мама ребенка качает, снимает напряжение. Но я так доволен, что метод бронебойный. И в том смысле, что наш канал никогда не выключат. Я так уверен. Почему? Потому что и силовые структуры применяют, и население применяет, и никак они не могут закрыть это дело. Потому что этот спорный вопрос никак не решается. Он не решается и никогда во все века. Поэтому есть люди, которым помогают аутотренинг, есть люди, которым медитация, есть людям, которые релаксация и так далее. Потому что вот эти нюансы, те, которые не могут освоить какой-то метод, они просто не знают. А наши специалисты школы человека будущего, Homo Futuro, знают. Специалистов я готовлю специально, даю им технику безопасности, даю им нюансы, и каждый специалист, который хочет стать специалистом, а не только для личного применения, это личное применение для всех. А те, которые хотят стать специалистами, они выходят ко мне на WhatsApp, например, на беседу, я с ними беседую и определяю, можно ему это доверить или нельзя. Да, чтобы не появлялись новые манипуляторы. Потому что это такие приемы, такого действия, что через них можно. Ну, поэтому я кое-какие секреты и не рассказываю. Поэтому, друзья, у нас вот сейчас, например, будет вебинар с Романом Газенко, а там еще более высокий уровень со звучанием проблем. Тоже за закрытой дверью я покажу, что проговаривание проблем снимает внутренний диалог, но тоже делается за закрытыми дверями. Короче говоря, метод ключ совершенствуется не только с каждым годом, с каждым днем, с каждым часом. Я додумался до комнаты психологической разгрузки. У вас дома за закрытыми дверями, чтобы вы никому никогда не делились своими секретами, никто вас не мог услышать. Это современный интернет. Это безопасность. И поэтому метод ключ. Ого-го-го. Поэтому до встречи, друзья, на вебинаре.